Как делается? Давай, их можно... Говори, когда можешь. На выход. Всё, Беттер, блядь. Чё, за второй группой? Там никого нету сзади, Беттер. Так, отделение 100. Отделение, движение 130. Аккуратно. У нас есть какая-нибудь оптика у кого-нибудь? Знаете, нет, нету никого. Погожка, вроде не можешь выглянуть себя на все. Ворлду осмотрим сейчас, который у нас тоже. Кто там бинокль? Погожка просто особо сильно не подъезжает, типа. Окей. Тихо, стоп. Я хотя могу с кумулю сейчас сломать дом врача в РФ. Я вижу, да, я не знаю. Я вообще не брал, если интересно взять. Не, нету никого на выборе, по крайней мере, я не вижу. А в Гэшку может упустить? Ну, далековато. Он же спалит. Ну да, я буду тем более. Так. На собой три вершинки никого не вижу. Паша? Так, значит, у нас тут Паша, Картошка, Став и Декфорд. По 120 по краешку берега двигаемся на пересекаем зону. Остальные прикрываются там капли. Быстро. Кто стрелял? Я, хорошо. Так, Ларри, санитарики, мы потеряли бэкпластов, хер им стоит стреляешь. Посмотрите на 160, санитарий. Убил там. Райник, чини, Райник, кто ранен? Ты ранен? Декор, по-моему, ранен. Кто ранен, не спускай. Плохая мысль, вы плохая. Продвинуться по меткам, занять высоту. Сторик,
ранен, да, двигайтесь пока. Да жив, жив, я сейчас подожду. Да нет, у нас там... Прайс, командир, все, меня пока не трогай. Прайс. Пулеметчик мертвый, я сбираю. Декфор, прием, ты жив? Да. Ты принимаешь команду. Так, ТЗ. Давай. Лечиться. Это было тупо. Да. Ты такой кричишь, давайте там спускайтесь. Я думаю, о, сейчас тут поп... Ты не первым, да, вылетел. Я раньше. Че, давай теперь тебе надо. Ты сам, да, можешь все. Разозвать шик... препаратом. Нет. Там кто-то выдепал. Не знаю, кто это. МК рядом, рядом. Прайс, возможно, в МК. Нет. Раздольник. Слушай. А, Чигар убит, принял команду, не что делать. Продвигаться по меткам. Продвигаться по меткам. Надо пенсию канал поставить. Я живой. Тут МК. А Аздоник, там плывет кто-то к нам с тыла. Это свой. Пока обстрел со стороны маяка. Это было бы смешно, если бы это был ура. Алло, блядь! Дельфор, жив, прием? Артон, жив? Да. Дельфор, прими командование, понял? Тормози. А помоги Декфору, крайне нормально командовать, сформируй отделение клином и двигайтесь дальше. Позади. МК рядом била, я думал, здесь МК, даже не думал, чисто как-то... Знаешь, что МК в тылу?
Я пропустил на выстреле. Очень плохо. Короче, двигаемся дальше на юго-восток. Я уже по камней, с камней. Паша жив? Туром. Где-то сна. Я думаю, я прикидываю на отсутствие. Минус большой. Сейчас скажу, блин. Нажимаешь стрелочку на рации справа. Нажал? Да, да. У тебя частота сейчас сменится, ты меня не услышишь. Наверное, обратно вернись. Вернулся? Погоди, стрелочка. Да, когда нажмешь, ты пойдешь. Не нажимай, на кто стоит. Нажал влево. Ввел частоту. Нажал. Да, 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 он прям
Впереди наш КВ, второй КВ, блин. А чё там с Беттером, он живой? Да, плавно. Да, это... да я этому говорил, Беттеру. Понял, понял, я уже две... Чё там чисто? Ну, Хьюман что-то говорит где-то на складке. Давай снизу пойдём. Аккуратно, аккуратно. Не ванчик. Сейчас кто-то гранаты кидает. Это как на
Я боюсь выкинуть, в деревне могу сломаться. Ну, у маяка уже вообще-то, сейчас да часть город идет, я к тебе пошел, потому что тебя тут обходили. Они же Паша. Ну, тормози. Да вставай. Зэм, прием. Слушай, тебе на... Да вставай, Паша, пытаться. Он жив, лол. Нет. Пришел в себя. Лежи нахуй, сука. Я тебя вижу, блядь. Ляж? Паша, начни, я алло. Я тебя вылечил уже, блядь. Паша не истекает кровью. Мне... Парфен тебе не нужен, у тебя все. Сейчас, Паша своих, короче, убивал, оказывается. Могу прийти. А, ну то точно. Это. Прайс. Ёпта, двоих утащил. Жесть какая-то вообще, нормально, нормально. Паша, лежи. Да. А, ты медик? Хорошо. Свой. Здоник, ты убил? Я убил его. Ты, он себя мочит, я его мочу, короче. Понял. Причем в этой миске, по-моему, это три раза уже было, вот в этом месте, размены такие. Там город. Ну что-то вроде своим мочится. Надо, конечно, пересечь там, чтобы наши, чтобы меня не убили. Свои. Так. Слышишь, ты посматриваешь левый берег даже? Я? Вот это. Да, чуть-чуть. По тебя он. В церкви дым какой-то запустили. В церкви разрушенный дым. Связь есть, Бэттером? Есть, он... Заткните его. Слишком по своему бьет. А раз ты, блядь, в городе? В городе уже давно. Я вам говорил ДВ настроить. А с ДВ нет, по-моему. На КВ можно ставить ДВ, господи. Так, Паш...
это давай. О, не, сюда мы не пойдем. Пошлите так пробежим. Чуваки, вот не улетают. Вот Волгал. На себе сдаются. Да. Ништяк. Хорошо. Мы в шоу отделении.